На базе онкологической службы многопрофильной областной больницы состоялась научно-практическая конференция, посвященная проблемам и перспективам развития онкологической помощи сельскому населению. Мероприятие приурочено к 90-летию заслуженного врача Казахской ССР Байкенова Умурбека, который внес значительный вклад в развитие медицины и организацию здравоохранения в Казахстане. В ходе конференции обсуждались актуальные вопросы по улучшению диагностики и лечения онкологических заболеваний. Также были озвучены перспективы внедрения передовых медицинских технологий для повышения доступности качественной помощи населению. В данный момент мы приехали для проведения очередного мастер-класса по онкоурологии. Пациенту хотим сохранить почку с большим образованием левой почки. И это все провести малоинвазивным методом. Эти операции мы проводим у себя в институте, также проводятся у вас в Кукчетае. Плюс малоинвазивных операций – это лапароскопические, в том, что это быстрое восстановление, косметический эффект. Больной уже в тот же день, на следующий день встает, ходит, питается, как будто операции не было. Приглашенные специалисты отметили достойный уровень медицинской помощи и подготовку медработников онкологической службы многопрофильной областной больницы. Учреждение соответствует всем необходимым требованиям. Во-первых, здесь созданы все условия. Такие диспансеры. Вот сегодня построена здесь новая поликлиника, оснащена современным оборудованием. Есть возможность для ранней диагностики всех заболеваний, абсолютно именно онкологического характера. И уровень подготовки врачей на высоком уровне, потому что мы постоянно поддерживаем связь и знаем их уровень, потому что они оказывают все уровни хирургической помощи. Мы достаточно уже давно взаимодействуем с этими организациями, то есть институтом онкологии, с медуниверситетом Астана. И это уже становится доброй традицией проведения таких мастер-классов. Конечно, это подмога обучения дополнительно нашим врачам, то есть и хирургам, и эндоскопистам. Будем ожидать, что качество проведенных операций поможет нам совершенствоваться. Стоит отметить, что по итогу 9 месяцев текущего года в регионе выявлено порядка 1200 пациентов с онкологическими заболеваниями. На учете состоит более 10 тысяч пациентов. Акмолинская область находится на 7-м месте по заболеваемости онкологии среди всех регионов. Специалисты отмечают, что проведение данных мероприятий положительно влияет на профессиональные навыки медицинских работников и развитие данного медицинского направления в целом. После мастер-классов прошла теоретическая часть научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития онкологической помощи сельскому населению». Мероприятие приурочено к 90-летию заслуженного врача КЗССР Умурбека Байкенова. Пленарное заседание было посвящено обсуждению актуальных вопросов профилактики, диагностики, лечения, а также паллиативной помощи и онкореабилитации. Конференцию торжественно открыла заместитель акима Акмолинской области Алтынай Амренова. Она обратилась с приветственными словами к собравшимся, подчеркнула значимость мероприятия. Особое внимание в своем выступлении заместитель акима уделила неоценимому вкладу Умурбека Байкенова в сферу здравоохранения. Проведение такого мероприятия в рамках 90-летия заслуженного врача, основателя онкологической службы Умурбека Байкенова, крайне важно для нас. Говоря о таком выдающемся человеке, мы не можем не отметить, что работа Умурбека Байкенова способствовала тому, чтобы онкологическая служба развивалась и становилась более современной. При нем данное медицинское направление в нашем регионе стало одним из основных звеньев здравоохранения. Он воспитал целое поколение врачей-онкологов. Участники заседания отмечают, проведение данного рода конференций способствует обмену опытом и внедрению передовых практик в медицинскую сферу. Сегодня система здравоохранения Акмолинской области динамично развивается. В этом, по мнению ведущих специалистов в области онкологии, есть большая заслуга Умурбека Байкенова. Сегодня особенный день не только в нашем регионе, но и в целом в стране. Умурбек Байкенов является одним из первых, кто сформировал и облагородил отрасль онкологии в нашем регионе. Еще с 60-х годов. Тогда онкологическое направление было очень сложной работой. Несмотря на это, он посвятил этому всю свою жизнь, внес огромный вклад. Напомним, организатором конференции выступил онкоцентр многопрофильной областной больницы. В рамках двухдневного мероприятия были проведены практические мастер-классы по онкохирургии и торакальной хирургии в специализированных отделениях, направленные на демонстрацию современных методов лечения онкологических заболеваний. We'll be right back.